Александр I заранее знал о планах Наполеона благодаря разведке. Это помогло подготовить армию и снабжение и стало залогом будущей победы. Военную разведку создал Барклай де Толли. Экспедиция секретных дел при военном министерстве занималась сбором сведений за рубежом, данных о войсках противника на границе и выявлением агентуры противника. Наиболее успешно действовал агент в Париже, полковник Александр Чернышов. Молодой дипломат, герой Аустерлица, светский щеголь. Читал сводки о состоянии французской армии раньше Бонапарта, благодаря завербованному переписчику военного министерства. Секретарь топографической службы снабжал его картами строящихся дорог, складов и арсеналов. Чернышов передал в Россию информацию о замысле Бонапарта – разгромить русскую армию в приграничном сражении. Экспедитор Петр Чуйкевич на основе сведений предлагал избрать тактику оборонительной войны. Для командования идея была слишком смелой, но дальнейший ход кампании подтвердил его правоту.